В половине 10 вечера близ спортивной базы Дерсу в групповой автомобильной аварии получил серьезные травмы предполагаемый виновник ДТП. Это 28-летний водитель Toyota Camry, который пытался свернуть на второстепенную дорогу и подставил борт своей машины встречной иномарке. В результате столкновения те или иные повреждения получили 4 транспортных средства. Удар пришелся отчасти в водительскую дверь, поэтому и ранения у шофера обширные. При поступлении в стационар у мужчины диагностировали перелом 2 ребер, костей таза, черепно-мозговую травму и повреждения внутренних органов. Автолюбитель пытался свернуть с улицы Павла Морозова на прогрессивную, следом за Toyota Raktis, шоферу которой удалось сделать это безаварийно. Однако эхо чужой ошибки до него в буквальном смысле докатилось. Впереди ехали две машины навстречу уже, да? В два ряда видно было. Я уже когда повернул, слышу, сигналят кому-то. Кому, чего, я так и не понял, только мне удар прилетел. Вы даже не знаете от кого, да? Вообще не знаю от кого. В салоне Raktis'а помимо водителя были его супруга и маленькая дочь. Травм никто не получил, ребенок был в детском кресле. Другой участник столкновения, шофер Toyota Voltz, в момент удара вообще не двигался. Мужчина выезжал с той улицы, куда пытался свернуть виновник аварии. Ожидая, когда появится подходящий просвет, автолюбитель осматривался, поэтому и видел все от начала до конца. По его словам, водитель Camry, похоже, не заметил встречную машину, а ее шофер уже не успел ничего сделать, только подать звуковой сигнал. Посигналила, но даже не тормозил даже. Вообще не тормозил. И прямо в нее, в эту машину. А вот в маленькую машину кто врезался, не видели? Я не видел. А в вашу? У меня здесь, мою я тоже, у меня здесь жена сидела сбоку. Кто там меня, даже я не понял ничего. Моделирование столкновения позволяет предположить, каким образом за пару секунд оказались разбиты 4 автомобиля. Шофер Camry повторял маневр Raktis'а, владелец которого был впереди в очереди на поворот. Малолитражный автомобиль успел уйти с опасной линии. Subaru Legacy ударил Camry так, что ее откинуло сразу на 2 иномарки. Ту, за которой ехал нарушитель, и ту, которая стояла у выезда на главную дорогу. Автоинспекторы резюмировали: при повороте налево водитель должен был уступить дорогу встречным. Почему это произошло, вследствие невнимательности или из-за недооценки дистанции, сути дела никак не меняет. С места происшествия Валентин Борозняк, Ольга Соколова и Алексей Овчинов.